свет, решил сделать дополнение к своему предыдущему уроку, рассказать о том, как размещать выноски для инфографики, прикрепленные к точке трекера, но находящиеся немного в стороне. Вот вы видите, что у меня уже здесь есть еще один трекер, который находится в контрастной точке, в такой центре декольте на платье. Вот. И к этой точке я буду прикреплять выноски, которые здесь на платье, на шляпке размещу. Поскольку девушки находятся в одной плоскости, то для них достаточно будет одного трекера. Итак, создаю новый слой, называю его Mask Line 2. Отключаю у него видимость. И рисую на этом слое маску. Первую маску я буду делать на платье. Я хочу, чтобы с края платья была вот такая вот выноска. Теперь вот эту точку мне нужно будет прикрепить к трекеру на линии. Но если я ее прикреплю сейчас, то у меня нижняя линия для текста останется на месте, а верхняя сместится вверх. Чтобы правильно перенести, я выделяю все точки на маске и переношу мою маску таким образом, чтобы та точка, которую я хочу привязать, совпала с точкой трекера. Далее запускаю скрипт. Мне не нужно создавать guide layer, потому что он у меня уже есть. И поэтому выделяю я сейчас на маске параметр mask phase и просто перемещаюсь по вершинам маски до нужной точки. Вот эту точку я сейчас буду связывать с позицией нуля, который привязан у меня к трекеру. Выделяем mask pass, выделяем position и нажимаю apply. Итак, маска привязана. Теперь нужно создать shape layer. Рисую просто линию, связываю путь shape layer с путем маски с помощью выражения. Нажимаю клавишу Alt, щелкаю на значок Pass и с помощью лассо связываю путь маски с путь shape с путем маски. А теперь с помощью position я переношу shape таким образом, чтобы он у меня стал в нужную позицию. И, как видите, получилось именно то, что я хотел. То есть выноска привязана к краю платья. И часть выноски двигается вместе с элементом движения. Теперь добавлю модулятор trim pass. Сделаю мягкие ключевые кадры. Следующую маску нарисую от шляпки. Создаю еще один слой. Называю его Mask Line 3. Так, переименую сейчас нижний шейп. Отключаю видимость у слоя Mask Line 3, рисую маску. Хочу вот такой вот шляпки, чтобы она шла вверх. Теперь выделяю все точки, переношу выноску таким образом, чтобы точка привязки совпала с нулем. Выбираю вершину для привязки. Выбираю параметр mask pass, выбираю position на параметре null, так, готово, маска привязана. А теперь нужно создать shape layer. Сейчас покажу еще один способ, как можно по-быстрому создать shape layer.
Если отключить выделение со всех слоев и с помощью Pen Tool начать рисовать какую-то линию, то автоматически создастся Shape Layer. Таким образом, иногда можно сэкономить какое-то время на создание шейпов. Называю Line 3, связываю путь шейпа с путем маски. Теперь с помощью параметров Position передвигаю шейп на нужную позицию, чтобы он занял место рядом. Ну, начал рисоваться от шляпки. Добавляю модулятор Trim Pass. Ну вот, мои выноски готовы. Они получились привязанные к объекту, и в то же время они находятся на нужных мне позициях. А почему я предпочитаю пользоваться шейпами, а не масками? Во-первых, потому что шейп может быть не замкнутый, вот такие вот простые выноски. Ну а во-вторых, из-за большого количества вот этих вот модуляторов, которые позволяют применить к маске, к пути, к шейпу дополнительные эффекты, что может как-то украсить вашу анимацию. Ну вот, пожалуй, и все. Удачи в освоении Adobe After Effects. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Пока.